Ну а пока перехват в исполнении хозяев, контратака. Какой пас и третья шайба! Ну какие же передачи сегодня отдают, а? Динамовцы, это Петр Яковлев забрасывает, но его, по-моему, Рашевский вывел на ударную позицию быстрым, великолепной передачей за спину. Давайте смотреть повтор момента. Петр Яковлев делает счет 3-0. Итак, ждем мы повтора по левому флангу атака. И это Рашевский, действительно. Дмитрий Рашевский отдает на Петра Яковлева. Ну, сегодня Рашевский, конечно, очень неплохо. Это мягко говоря. Посмотрите, как увидел. Помните пас за спину Кучерявенко на Рашевского? Ну, а теперь уже Рашевский отдает на Петра Яковлева. И Яковлев забрасывает в одно касание. 3-0. И это солидное преимущество для «Динамо» в сегодняшнем матче, учитывая, как складывается игра.